Делюсь фотографиями, которые мне присылают из Воронежа. В чем авангард? Я даже не представляю. Представляете, какой старый транспорт в Воронеже? Вы когда оплевываете мои площадки детские, вы заодно оплевываете воронежские, потому что они-то хуже. Все, что вы оплевываете в Америке, вы автоматически оплевываете Воронеж, потому что Воронеж хуже. Вы Воронежу вообще шанса не даете встать с колен. Каждый раз, когда я показываю вам мусорки, вы должны тут же автоматически вспоминать эту фотографию. Вот с этим мусором живет Воронеж каждый день. Воронеж не знает, что такое ресайкл. Когда вы оплевываете мои видеоролики из Америки, вспоминайте, вот, например, об этом ребенке, который ходит вот по такому двору каждый день. И он не видит Америки. Он никогда не побывает в Америке. И вот это для него родина. Ну, скажите, не напоминает ли вам это жопу? Получается, ребенок живет в жопе. Это очень некрасиво, россияне. Каждый раз, когда я что-то делаю на ТикТоке из Америки, сравниваете это с тем, что вы... Вот, что это такое? Забор, забора нет. Площадка как для садика, знаете. Но нельзя... Зачем такая площадка вот такому дому? Почему она не современная? Подождите, это может быть даже... По-моему, даже баскетбольная площадка. Вот. Гаражи. Это Воронеж. Это гаражи. Такие гаражи вы нигде больше не найдете. Ни в одной стране. Это называется что? Тоже площадка, да? Вот это и есть вот обычный город Воронеж. Не... Кстати, вот еще баскет... Это называется баскетбольная площадка, да? Не знаю, это, мне кажется, не баскетбольная площадка, она пол не разлинованный. Я даже не знаю, как комментировать это, Сеня. Не знаю. Это просто вот реалии Воронежа. Реалии. И, разумеется, вот мои подписчики, которые живут в Воронеже, они не любят Воронеж. Они вот это все, им приходится смириться, что они там живут. Им приходится... Ну, закрывать глаза на это все и жить каким-то своим внутренним миром. Магазин живого пива. Ну, что за пиздец? То есть вы хотите, чтобы люди спились, да, и поняли, что как бы эти круги – это какие-то ангельские облачки? Вот газозаправка. Где я спрашивала, есть ли там капучино? Мне сказали, что на заправке можно купить капучино. Вот как вот это может быть в том же самом городе, что вот это? Вот скажите, как можно совмещать что-то такое современное, да, и капучино вместе с этим? Ну как? Это, я говорю, это не я сделала ресерч, это вот мои подписчики из Воронежа присылают. И они вот в этом дерьме, вот они, это их взгляд на Воронеж. Ой, боже мой, жесть. Что это?
Что это? Вот напишите, как это назвать. Напишите. Но это никак не родина. За такую страну нельзя ни жизнь отдавать, ничего, ни сына, ни мужа. Что вот это такое? Все перекапано, перекопано. У нас такие же детские площадки. Ну, чем они такие же? Ну, чем? Ну, неужели я вам такое показываю, а? Христиане, пересмотрите, что я показываю вам.